Приветствую, друзья. Ну, основная проблема человека еще и какая? Между хочу и надо. Мне хочется одного, а надо другое. И вот когда надо делать то, что вообще не хочется, вообще тяжело бывает. Например, надо сделать дело. Ну, мне не сейчас, не до этого. Ну, вот никакого настроения, никакой так называемой мотивации. Да, и дело трудное. Да, а времени мало, допустим. Да, или вообще отложенное дело, и откладываешь его, откладываешь, пока последний день там в спешке такой какой-то не делаешь это дело, и зарываешься в какой-то стресс. И вообще вот эта проблема вызывает стресс. Между хочу и надо. Так вот, я придумал синхрогимнастика. 5 минут в день за закрытыми дверями делай все, что ты хочешь. Кричи, ори, плачь, дергай ножкой, хлопай в ладошки, читай любимую книжку, ну что хочешь, пой, танцуй, боксируй, трясись сколько хочешь, если тебе нравится. Подбирай действия, которые ты хочешь делать и которые хочется продолжать. А те действия, которые не хочется, отбрасывай. Это новый принцип обучения, когда ты подбираешь то, что тебе нравится, отбрасывая то, что ты не хочешь. И у тебя потом снимается стресс, и ты потом любое дело можешь сделать легко и просто. Потому что у тебя все внутри, так сказать, божественно организовано, согласовано, потому что снял стресс, вот это внутреннее противоречие между хочу и надо. Читайте мои книжки, друзья. До встречи.